Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 306 упражнение. Прочитаем задание. Выпишите слова, распределяя их на группы по способу обозначения мягкости согласных. Первое. С мягким знаком. Слова. Словарь, письменный, вестибюль, портфель, жизнь, возьми, борьба, цель, сентябрь, ходьба, кольца, меньше. И с буквами Е, Ё, Ю, Я, И. Таблица, письменный, ответ, вестибюль, портфель, газета, слет, жюри, лицо, портрет, время, люди, сентябрь, боксер, рюкзак, меньше. Обратите внимание, что некоторые слова попали и в ту, и в другую группу, так как там есть и мягкий знак, и буквы Е, Ё, Ю, Я или И. Ответим на вопрос, в каких словах И, Ю, Е не обозначают мягкости предшествующего согласного. Брошюра, жизнь, жюри, меньше, парашют. Также необходимо разобрать слово сентябрь, это существительное, мужской род, второе склонение, именительный падеж, единственное число. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.